да, это из интернета, только если... А часто что-то с Алиэкспресса заказываем. Вот что-то Барби. Я распакую. Что-то Барби. А мы побегем и на Барби. Вот. Вот, смотрите. Карточки такие. Есть карточки такие. Крутые карточки. Вот вторая. Там вроде ничего больше нету. А если вы тоже смотрели, я, например, тоже смотрела вообще этот фильм Барби. Ой, зачем мне это? Какие-то вот такая штучка. Если я открою, тогда я вам покажу. Вот такая штучка. Что-то такое классное. Это мне что ли? Что-то такое? Ну непонятно ей. Мне непонятно, что это. Мам, хочешь, а скажи, что это? Подсказку? Да. Одежда для Барсика. Я, кстати, вам сейчас покажу. На. Вот мой Барсик, мне он очень нравится. Успокоиваем. Это рюкзачок для него. Будет мне школьником. То есть школьница у меня. Это что-то стоит, девочка. Как классно. Какая-то Показывай. Вот такая вот сумочка, но это не рюкзачок, но все равно так мимишно. Но не открывается. Но все равно, типа, будет такая, такой топик. Кстати, если Паула смазывает, то тогда отдельный привет. Вот такой вот топик. Мне кажется, это шорты. Какие шорты? А, да, это вот такие вот комбинезоны, типа. А вы помните эту майку? Как будто бы из аниме она. Если вы еще хотите больше таких видео, значит, подписывайтесь, тогда ставьте и ставьте лайки. О, удочки! Такая маечка тоже, или шортики. А это кофточка. Да, это такая кофточка. Ну, на этом у него еще была такая худи. Такой свитер. Ну, на этом... А еще, мама, а еще что-то есть? Ты распаковывать нет. Ну, тогда на этом все заканчивается. И всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь и ставьте лайки.